Правильно понял? Доминировать. Доминировать. Властвовать. Командовать. Управлять. Ага. Гнать. Это... Унижать. Хамить. Обзывать. А что должна делать девушка взамен? Принимать мое хамство, молчать. Короче, все, что я сказал, меня не унижать. Одобрять. Мои унижения принимать, меня воодушевлять, возвышать себя, сколько хочешь мне давать. Ну и, блядь, короче, ты пульт мне для нее надо, по-любому. Выключи. Никита, пожалуйста. Честно. Вот, слушай, не, на самом деле могу очень много фраз охарактеризовать, там, ну, не сегодня, у меня словарный запас не так. Не так собран. Я вас понимаю, Никита, уже Новый год у нас Кубу. О, бабушка, смотри, ну она, видишь, старенькая, 72 года, посмотри, бабуля. Вот дед пенсионер, 55, он тогда по любви там поженились, блин. Если сделать так. Дед, слушай, я не знаю, что там история мутная какая-то была. Познакомился с бабушкой, дедушка ходить начал только через 3 года, насколько я знаю, мама рассказала. Как тебе на камеру? Посмотри, сука. Кто на камеру? Если напишет, блядь, народ угорает. Пиздец на холоде. Бля. Ой, бля. Что происходит? Не, честно, это весело. Бабушка, не матерись. Ты вроде спортсмен, ты знаешь, она там на Олимпиаде там. 70. Боже мой, она должна учить правильным манерам. Там по биатлону, слушай, она взяла золото, короче. Там еще, золото. Когда там, знаешь, награждение было, она еще немцу, блядь, короче, ногу прострелила. Там, блядь, вообще-то, ну там Брежнев его на руках носил. А по итогу, вот мой красавец дед пришел и убил его Брежнева. А знаешь, чем он подкупил? Пельмени. Дед делает волшебные пельмени. По своему необычному. Ой, у дедушки, да, там, у нее какие-то... Он почему-то... Пельмени дедушка мне говорит, я маленький еще есть, он мне не дает. Вот. Дед, бабушка говорила, дед и бабушке не дает, конечно, но это пельмени. Ой, так. Бабушка, внучку чуть-чуть надо поправить здоровье. Бабушка сварила внучку яблочный компотик. Ебать, а сколько он стоял? 5 лет? Яблочный компотик. Бабушка компотика стоит всегда. Хорошо. Вот это хорошо. Это просто хорошо. Ну, дедушка всю жизнь ходит с бокальчиком в руках. Боже мой. Пожалуйста. Никита. Можете сказать, как ты проводил свой Новый год? Могу показать вам некое шоу, но, блядь, не знаю. Никита, как вы проводите свой Новый год? Новый год провожу. Слушай, то он меня все провожает в какой-то пиздорез, блядь. Я пытаюсь это сказать. Проводит. Провел, блядь, до остановки такое чувство. Ну, как бы, да, это временная остановка. Скоро пристегиваемся, взлетаем дальше. Да? Ой, бабушка с дедушкой обнимаются. Вообще, понесла жара, короче. Пример всего. Вот, блин, дедушка, знаешь, блядь, кто корм кошки этой драной просыпал? Ты? Я, ага, конечно. Ну, там, ладно. Я кошку уже мягко не видел, на самом деле. Мне нельзя время прогуляться на метро успеть. Чё-чё? На метро надо успеть и прогуляться. Поэтому... Ты работал... Отработал, к вам успел. Однажды дедушка угнал. Давай. Так, тихо, дед распустился. Деда снимал. О, все, короче, направляется. Вот, дед. Общайтесь в комнате, внучки. А ты езжаешь в свою, блядь, избушку на курьих ножках. И кури и общипывай. Блядь, а все пишет, блядь.
Она хочет, чтобы это выебить.